Да, второй матч всего лишь. Вот он сиротинку очков не набрал. Ух ты. Да, друзья, вот это да. Ну, у нас зачастили команды явно вот с такими шайбами. Причем в Сибири уже, получается, второй раз такую забрасывает. Помните, я говорил в начале трансляции про матч против Слована? Здесь тоже бам от синей. Но тут, правда, рикошет. Роман Савченко забивает. Тут рикошетом, конечно, но за последнюю неделю в КХЛ у нас получается, что три гола из средней зоны.